Что сказать? Выборная кампания это поле чудес. Да, поле чудес. Все говорят, что вообще привычки и традиции такие. На выборах кандидата, особенно если он приезжает и встречается с кем-то, он говорит то, что хотят эта аудитория от него слушать. Он же пришел за голосами. Что он будет говорить, что ничего вы не получите, ни пенсии, ни зарплаты, ни пособий, ничего нет. Закроем, откроем, не закроем, не откроем, купим, продадим. Он же не будет это говорить. Он будет говорить так, чтобы понравиться, чтобы произвести впечатление. Потому что есть разные избиратели. Я вам тещий формоз помыслил, я вообще формоз ворбешты, я вообще мындру, я вообще инков. Да, то, что ты привезти на пчаре полную самонтую капу. Я вам вот кто, компания электоральная, сколько раз я стоял перед народом. Я знаю, как они оценят. Поэтому я бы не стал так сильно обострять.